Кого? Ну, свиток там, на выносливость, на интеллект, на еще что-то там. У меня всего достаточно. Ну, тут я маг-бафа нету. Ну, Алмерия маг-баф, нет? Ну, блин, и прист у нас есть, но ты пристовский купил баф. Ну, это же, блин, на выносливость, это же не маг-баф. Ну, а и на интеллект всё маг-баф. Хорошо, а где у нас это локи наши? Это мягко, где? А так у тебя будет постоянно мага не будет, а у тебя будет маг-баф. Не знаю, я в инсте лично. Ты в инсте? В каком инсте? Я в Торжане, а вы где? Стою вот. Ты только зашел, понял. Давай, сынок. Минут 10, что? Идеальный. Сейчас. Уже ты единственный хил, ты нам нужен. Ну, сейчас захожу сейчас. Так. Конь кому-нибудь нужен? Кстати, у нас собрался хороший рейд. Я хоть на всех. За руки не хоть. Да, мне тоже нужны все, но пофиг. У кого-то там есть у спек хила? Я это что-то 4 решил. А у Исполина есть. А, ну окей. Там, хотя бы... Слышишь, у меня не этот, не Discord не активируется, не копирует ссылку почему-то. Кому ты хочешь? Может расчехлиться этот, сам Discord, короче. Не обновляет список друзей, ничего, короче. Непонятно, что происходит. Короче, у тебя компьютер отказывается. Не-не-не, именно что-то с Discord, непонятно. То мышка, то Discord. Ну, короче, компьютер бунтует. А, слушай, возможно, это реально из-за пинга мне так лагало, а не мышка. Сейчас пинг Дискорд 48, но не прогружает. Так, а суммон есть? Суммоните, пожалуйста, шамана. Так, Алитл, ты с нами же здесь? Почему Литла здесь нету еще? Да, прогружается. Да. А кто это? Кто это? Лос? Я не знаю. Это ДКшка с кем-то. Твин кого-то там еще. Твин кого-то, да. Нам первый этаж нужен? Подожди, а с чем я бегаю? А ты дал ему провода, все хорошо. Подвал туда. А, подождите. Пойти вопрос. Мороз, нужен? А, ну я нет, не нажму, если. Не особо. Нет, ты 4 только и ладуйся. Мне тоже я так. Ну типа, если мороз никому не надо, можно просто через задний пойти. Это уже 3 не танков, кстати. А вот он оставил. Здорово. Привет. Тут просто. Дон, есть 10 минут или потом я же каким-то боссом сгоню? Да, лучше сейчас иди, пока мы трэш чистим. Все, погнал. Тут фера нету, да? По-моему, нету. Тогда на броню поставим.
все макаться, на чего? Ой, тут это клинс нужно ставить. На клинс я ставлю. Клинкс? Клинкс? О, слушай, да это мягко, ты же демон? Нет. В душе только. А зачем ты афликом в десятке бегаешь? Да я не спекнулся просто после ульды. А чё, типа афлик в десятке не очень? Если 2-4 хотя бы есть, то... Не, там надо вроде 4-4, чтобы... Да в целом, типа он бесполезный, типа, ну, у него ДПСа меньше, чем у Дайстрика. А в чём фишка? Типа, ладно, афлик в Т5, типа, у него хотя бы отхила миллиарды. Не, афлик в 4-4 прикольный. Когда собираешь 4-4, поймешь, что нет. Чисто на трэше, я имею в виду. Куда вы пошли? У нас тут сзади моб стоит. Я стою здесь, жду всех. Типа. Не, у нас Войт куда-то ушел. Ну, мы только что его убили, ДКшка его вытончил. А где вы вообще, типа? Мы тут в начале в самом инста бьем мобов, а вы где? Да, я тоже. Налево и надо, просто ты пропустил. Они когда они вылазят, и на них нету этого фрейма красненькой полосочки над ними. А в двух словах, зачем мы туда идем вообще? А чтобы сейчас тот трэш не чистить. А по-моему он тут сложнее трэш, чем... Мне кажется, тоже тут сложнее. Так, ну мы сейчас здесь еще вайпимся. Тут гораздо быстрее. Ну больно, больно, ну блин. Тут мобу хп больше, не бьют. Да потому что нам нужен этот, нам нужен исполин, диспель, яды, или у тебя шипа вроде умеет? Он не умеет. Диспель, яды. Так ты там же умеешь. Только Холи Прист умеет яды. Ну да. Блин, сейчас вот камера. Резните ДК кто-нибудь. Так тут летит минута. Ну. Там тоже в том-то и дело, только там мобы простые, а здесь нет. А, ну мы поднимемся наверх. Мы вообще ничего не срежем, да ну нафиг, пошлите обратно. Так слышишь, я говорю, пошли, пошли через башню пошли. У нас же рога есть, маг есть, чё? А мы можем через башню пройти? Ну пошли быстрее, да. Смотрите, любить надо, чтобы башня открылась, чё? Там можно блинкануться, только... Там как-то блинком багаться, ну да, да, да. А кто-то знает, как это делать? Рога может открыть тоже. Пускай с другого входа зайдет, может, с той стороны. У меня есть только кобальтовая отмычка, друзья. Подожди, у тебя же есть... Здесь замок, она открывается. Ты же разбойник. И что это значит, что кто, блядь, зло в замков качает? Хотя, может, скачем, не знаю. И никогда зачем качать, если можно ключ купить, блядь, за 10 галды, блядь, и открыть, если у тебя кузнечка есть. Угу. Гоп-стоп. Так. Ну, а что, посмотрите, любить надо. Вопрос, как это проходить? Вопрос. Кто знает? Исполин. Ну, магам нужно блинковаться вот туда, вот в угол. Ну, маг блинканется, и что? Можно... А, ну, потом портал ставишь. Лок ставит, да, шкаф сюда в угол. Ну давай, Алина, блядь. Сейчас, я бегу. Ну и толку от шкафа в стену. Она с той стороны сможет сумоить. Ну у нас еще есть один шкаф, если не там поставят. Меня в угол. Кинь по мне сумоню кто-нибудь. Кто с той стороны может тебя сумонить? Проверьте.
Кто у нас тут? Исполин туда пролетал. Мне кажется, мы трубу, блядь, быстрее почистили, чем такое. Не-не-не, это намного быстрее. Алина прошла? Блядь, оффуд. Зачем вы с Алину сумоете? Алин, давай, блинкайся еще раз. Оттуда сумон кидай по нам. Ну типа мне, пожалуйста, сумон. Я попытаюсь так просто пройтись. Вдруг получится. Только прям в стену меня сумоните. Потому что что-то не там стоит, типа, не так должно быть. Исполин, ты тут? Покажи, вот. где вы суммонили. Вот здесь, где стоит шкаф сейчас. А тебе с этой стороны не нужно тыкать. Давайте все назад. Магом, от шкафа да. Отошли. Магом. Дайте пусть маг прыгнет туда. Где наш маг? Она уже внутри. А, ну все отлично. Не факт. Я в углу прям. Так а вы не перешли на ту сторону или как? Так а я вот здесь могу пройти? Может, Алина не приходит в инвизи? Чего? Значит, ты можешь в инвизи попробовать пройти. Так а давай я попробую в инвизи. Значит, стойте. Значит, вы сейчас не там, где нужно. Вы должны именно за дверь попасть. Это должен быть блинк в этот в щель. Сейчас умонит в самый угол, а умерит. Ты стоишь с той стороны двери или с этой? Да с этой она. Она уже сопередна. Надо Невер, потому что Невер в прошлый раз запрыгивал у нас. Перейти на ту сторону. Ну, наверное, мы тогда суманули, и он оказался там. А, ну вот, ну ты даже, не можешь, конечно. Он даже не блинковался туда. Походу будем чистить трэш. Сейчас подожди, в инвизи попробую пальца. Да репу покачаем, ёпта. Нашу руку, да, сразу. Ладно, в дверь нарубиться смысла нет. Подождите, сейчас еду уже на полпути. Дуат у нас еще тоже релогнулся, я прошел. Оказался там. Я прошел. О, сможешь нас там самонуть? Так, сейчас я попробую кого-то. Так, а ну где этот шкаф? Лока попробуй. Алмерию сумоню. Кто-то может тыкнуть? Сейчас бегу, почти пошел. Алина, тыкнуть можешь? Нет, тебе нужно стать ближе к стене. Я не оказался. Стану ближе. Шкаф пропал? Нет, стоит. Нет, стоит? Блин, не могу натыкать шкаф. Давай этот новый сейчас. О, все, тыкни. А ну, пробуй, Алина. Тыкни. Я просто релокнулся и прошел сквозь дверь. Ну, я так сделал. Я тоже говорил, что типа можно релокнуться опять. А я пришел. Так, а ну оп. Ну, а мне пришелся.
Ну, пробуй. Оп, нормально. Все четко, давайте я шкаф тут поставлю, удобно. Давай. Ну, я тоже рывок за и прошел. О, слушайте, ну это прям супер много. Так можно было просто, короче, сделать друиду в инвизе, руки пойти и все. Не, при чем тут инвиз? Ну, я вот в инвизе еще сюда дошел. Ну, не знаю. А шкаф откуда? А, ну все равно шкаф-то есть. Ну вот я на оперу приблизительно так же прошел, только меня лагало. Я помню тогда. Только суть в том, что нам вайпаться никак нельзя. Да почему так же подошли к двери и реогнулись? Мы же смотрителя убьем и там портал появится. Дайте СС хилу. Кто у нас там еще с той стороны бегает? И танк. Сейчас мы саманем тебя, сейчас саманем. Да, да. Так и шкаф нормально видно было. Подождите, сейчас, давайте руку покушаем. Дайте ССы. Давайте фул репа... А, фул баф есть, в принципе. А у тебя нету на себе ССа? На мне нет. Ну, в плане креста. Ну, есть, ну, блин, мало ли. Вайпер. На мой ССС. Креста там дольше, когда. Ну, она тогда на головке лаки, да. Ну, а второй на танка. Ну, пошлите. Тут клиент. Дайте, ну, собираем, досмотрите для мобов. Вставай этого, зальем и все. Сейчас КПК как свой дофакашит. Так, у нас паладинов нету, да? Значит, я тогда... По одному будем? Да нет, у нас танка нету. Танк придет и все. Все, забираем, больше мобов не трогаем. Собираем их и идем вверх. Войд. Войд, беги дальше, собирай всех мобов. Так мы подождем. Дайте. Ты можешь решил сделать. Ты решил. Вот так, где реформ есть. У нас такой грозовой медведь какой-то. Да, но он это рыбу съел. Она по полтосику бьет. Она прям совсем не бьет. Спасибо. Нет, я тоже думал, что я смогу по системе. Так, у нас прист есть. Оно, по-моему, не диспелится. Я не знаю, это тебе дает этот, потому что ты что-то съел. Дыхание, потому что я здесь сколько танчил, типа они вообще не замедляют. Не, замедляют. Просто все время пробегал, типа, что они меня не замедляли особо. Ну, да. Рыба паленая была. Войд, знаешь, в чем проблема этой буревичины? Что она не стакается с обычной рыбой. Ну, посмотри, попробуй. Да стой, не веди ты. Стой, мы сейчас повайпаемся. Ну да, действительно, зачем тебе 140 мастерства? На 80 мастерства. Ну это просто ты не ешь рыбу на мастерство на мишке. Ну да, на 80 мастерства. Не знаю, где Дон взял 140, но... На 60. Почему? На 80. 140? На 10 единиц это 80 мастерства.
сказали, мне кажется, у Мишки оно типа основное в агронаборе. Это собирается. Да. Поставьте столик, пожалуйста. Не, в 25-ках типа с напулами вообще плевать, мы больше за десятки за трэш. Столик давайте попозже. Сейчас трэш добьем, столик поставим. И инер можешь кинуть. В принципе, пока. О, блядь, Донт, что за хуйня у тебя с микро? Сори. Прям выедающий мозг. Ебу. У нас здесь один хил, поэтому в смотрителе играют все в искры. Вообще все. Мягко, доспекайся в демона, тебе профитнее будет намного. Тебе же стыдно будет в дестрике проиграть мне. А в демоне ты бафнешь нашего единственного хила. Типа ты рос нахуй байтер, пиздец. Мечный мага. И мага, да. И шипешку. И этого ханта. Демон самый прикольный арт-деспек, я вот не знаю, чё. Да я согласен, да. Но у меня просто этот скиллухи не хватает на демоне играть, поэтому я надеюсь. У меня просто для начала. Ну не, я спек, мне не сложно. Ну, просто всё, что давай. Демон помойка без 2 Т4, хотя бы 2 Т4 надо. Кебаб дамажил много без Т4. Забанчик. Я забаню, Таня. Ищите рябочек. Ой, вообще отлично, двоих забанили. Ну, это не просто отлично, скучно. Да, ну, в одного хила. Давайте череп отпускаем. Только не рябаньте его, дважды. А да это мягко, отпусти череп. Да. Это мой был. Ну, это правда. Я же говорю, у вас это вечер, а у меня это утро, и причем, блядь, какое-то ебаное, блядь. Не, время у него тоже вечер. Просто сегодня это утро, почему-то, блядь, хуёвый день. Ненавижу, блядь, спать днём. Я когда-то себя отучил, блядь, и так хорошо было прям. А сейчас, блядь, вот поспал днём, сейчас чувствую себя вареной редиской. У меня всего 4 пропущенных и 2 сообщения. Да нет, днём хуёво спать. Ну, лучше убегите за это, прям совсем далеко. Может, я сейчас боссом ещё приведу. Мне не надо. Ну так получится. Приводите без босса. Ну слушай. Ну и спалить на скиле, конечно. Ну да че вы такие очкуны? Просто этот, рога, кика, косты, волшебная аномалия. Все. Видите, намного проще, чем банить. Банить это, блин, кнопки нажимать, таргет брать. А тут вот сказал два слова, все, блядь. Нейтрализован враг. Да, Роза, понимаешь, сейчас Роза скрипит зубами после твоих слов. Кто скрипит? Рога. Да ничего, раз 10 секунд пинок нажать. Охуеть, блядь, вот это вот скрипит зубами, блядь, потому что кикать поставили. Ты там сильно не скрипи, хорошо? Да, пизда, Роза. Зубы портятся. Поставьте еду, маги. А умеряем. Столик. Идеально, я надеюсь, ты не против. Вроде никто не падал. Все я выскочили. Я посмотрю по своим статам. Прям вообще все. Да, кучно стойте, чтобы цепуха перепрыгивала.
Да нет, она не будет. Я ее с тебя срывать буду. Ну, я только в них играю, да. Я, блядь, от нее по кругу босса бегал, пока ты... Да-да-да, давай. Блин, подфризивает что-то. Все под босса, под босса, под босса. Идеально, ты тоже давай. Я фризжу, фризи стою. Бля, на дестрике хуёво сочится, нужно учить. Так, ладно, я одну не свечность, посмотрю, как... Больше ДПС. Больше ДПС. Плохо, да. Ну, хорошо. А оно бьет АОЕшка, нет? Не особо, не всегда. АОЕшка в три таргета. Не, ну просто роги там, если им прожимать, если... Может, меньше будет? Кош, да. Не, ну не кош, а там. Что-то против дубовую кожу. Не, против АОЕшки. Проездное. Рога, что там у тебя есть, показывай. Что тебе показать? Что есть, говорю, показывай. А, все, я понял то, что. Короче, там АОЕшка, типа, это. Минус 50% УЕ. Ложный выпад. Слили огонь. Геру дайте, Геру. Вы говорите, я же... Я не вижу. Роз 5 умер. Да что я могу сделать? What can I do? Больше ДПС. Что вы после играете? Что-то прям начало больно пробивать. Да нормально, нормально. Бань, залейте. После переведем атак, на 3% осталось. Огонь. Там на главхиле есть СС? Кстати, откуда у тебя СС пропал? Еще 3 минуты. Не-не-не, как на этом пропал СС? Идеально, брат, я паролю, бля? Да, нет, оставь. На руку не идет там что-то, я слышал Т9. На руку перчатки не идут, на шапку удру. Хорошо. Нет, плохо. Нужны кому-нибудь штаны? Я возьму на уфе, если не надо. Скажите. Вот два ТДшника. Два ТДшника. Так, а где второй СС на Войде, я не понимаю.
Ребят, вот это вот как выглядит, все свечиваются? Я считаю, что я достаточно дамажил. В каждую эту я отдавал по 3 ожога. Ой, испепеления. Достаточно. Так оно сливалось быстрее, чем у меня скилл кастился. Да, да, ну потому типа, что реально нет смысла... Пока моя дотка нанесет урон, то она сливается быстрее, понимаешь? Поэтому... Вроде кидаешь, а вроде... Так, давайте, через лево. Крест есть? У меня есть. Нет, СС я вешал. Побежать слева, там меньше будет на одного. Сейчас, сейчас, вот этот парень спустится, который возле нас. И мы за ним пойдем туда. Войд, ты в мишке идешь. Ну, подожди, да, только не пыли его, стой, вот сюда спрыгивай вниз, вот. Бля, вот это вот кто на парашюте с этим, я осуждаю максимально. Кто там был первый? Лишнего моба использовал. Там новый может быть или что, так он из холода. Прожмись, возложение, а бля, хуй тебя. Полная хуйня. Я на силоке добегу, хотя бы. Это мягко беги, да. Так на мне СС все равно нету. У меня есть ножик. Есть. Дальше бежим. Да, пробегайте да. По максимуму. Не, в угол сюда, там обувь, ты куда, блин? Можем дальше пробежать. Так, ну я тут упал. Бля, кто вот это с парашютом так хуёво прыгнул? Это типа максимально. Что-то, блядь, ты спулил тех двух верхних, зачем? Да что-то раньше получалось в этот раз, блядь, хера. Войда сложила слишком рано. Так, что у нас там? Разбежались, типа... Кто добежал? Ну, я далеко лежу. Я почти добежал, сейчас я посмотрю. Походу, нормально. Только быстрее убеги от этого. Бегу. Отлично, там да это мягко лежит, да. Так, мы тогда покидаем, правильно? Кто далеко? Да, 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 кто далеко, да. Сейчас там вовгро резают, то ДК-шку резнут, и вока резнут. Блин, какая классная все-таки пассивка у шамана на вставалку. Только маны после вставания. Сколько? Ну, блин, 10-10к было. Понял. Шкаф ставьте. А, оно не стакается, то есть другим. Не факт. Факт, они просто разного могут быть уровня. Чего она много бьет? Не, ну если просто весь рейд будет жрать, например, да, да, ну так. Можно будет чему против штормера. А ядов нету, да, у Джесси? Не, вроде нету. А Т4 как распечатывать? Просто нажать на него и выбрать специально. Да, да, кнопка. Да. А, окей. Выбирай на разбойника, не придешь. Так это тебе же еще с этого можно, может выпасть с Оникси. Ой, с Ониксии. С ИК. Ну да, выпасть лучше. Такая же. Ну да, без дырки. Ну точно такая да, же. Да, 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 ДКшка, если будет возможность, то
Типа, если сможешь уступить, это будет прям супер круто. Тут и Воку, и мне надо. Да-да-да, не, ну просто как бы разговор был, я удачу. Вот этот вот черепочек заливаем. Я все собью, я гений. Гений микроконтроля на локе, пацаны. Это обычно после этих слов лайф. Да, ну не только не со мной, слушай. Ну только вечером, да? Ну все. Ну, типа, я приду, а там типа будет 15 или человек или не будет, мне кажется, что не будет. Да, ЕП было вчера, в прошлый раз. Не, было. Это, а вы же в этом мейнами 25 так выбил, да? Да. Да не, вчера была трудная ульда. Думаю, хорошо, что проебал, блядь, на самом деле. Вообще очень сложно. Но уже после второго босса, блядь, не хотелось идти. Да приор дело нажимаю. Сейчас просто все, кто в топе, полутаются по шмотке. Блин, на самом деле, типа, ощутимо, кстати, бьет по приору. Вот я, типа, полутал этот 150 гп за ботинки. И теперь у меня там вместо 30 с чем-то приоров 20. Да. Ну а я, блядь, месяц назад тринку забрал с грува и все, по шмачке. Бьорн, ну да, по работе-то. Бля, чего эти не подключатки с РПБ? Инер просил, ну ладно. Я застанил, можешь кидать. Пока-кд, перекидывай его. Подиспельте магию, кто может, призм, подиспельте. Хотя бы маз диспел. Маз диспел, 5 лет, только оставаться в шумышке. Что, 100 миллионов ДПС? Любимый босс Роза на ретрике. А, ты сейчас еще не видишь, сколько я собью буду давать здесь. Я здесь никогда ретриком не врубалов, я печать. А мне даже не приходится уешить больше, чем я обычно уешу. Да не, у тебя весь ДПС накрученный, мы все знаем. Луна огонь. Дожди 5 секунд на пол. Ману, надо пить, не спешите. Человека убиваем? Конечно. Исполин, у тебя там гимны выставлены на панельку? Конечно. Если меня возьмет, надо будет этот... Сыграем в этот... Боковый. Да. Эти сами. Ну и на ману тоже. 5, 4, 3, 2, 1. Блин, у нас демон проклятие стихии не кидает. Вы его осуждаете за это? Я да. Бьете давать геру, да? Давай. Геру давай. Что? А зачем? Я пропустил что-то. У нас один еще хил, типа, нам нужно Гера на следующего. Я не знаю, что Донта, вы слышите нормально? Потому что, бля, у меня вообще какая-то хуйня с его микро. Донта иногда слабо. Вот, типа, прям как-то супер хуёво слышно, что он говорит. Донта, ну, чё сейчас сформулируй? Не сейчас, после босса посмотрим подключку.
По громкости вроде нормально, а вот именно качество звука, блядь, чё я играю в какого-то беса мелкого? Меня закрыло. О, слышите? А давайте этот, смахинируем, короче, такую движуху. На ласта мы с Полиной спекнем в ДЦ. Да, да, так и будет. Только зачем у нас он 2 милишника всего? Да, мы 5% крита. А мы потеряем хит. Вот что это, да. Да, хит тогда лучше, чем 5% крита. У меня просто, блин, без этого бес не критует, прям больно. Вместо 30%. Прям ощутимо. А в демоне он там сильно критует, так что пекайся в демоне. Так мне ж Т9. А, кстати, блин, Т9 уже в демоне тоже работает, они же одинаковые. Там прям целый... Не, на самом деле нужно сделать типа спек демона, потому что у всех должен быть спек демона. Но я еще не дошли руки, пацаны. Я доделаю себе шею и это, и кольцо. А потом, наверное, плащ придется делать, сука. Не, все остальное буду выбивать. Плащ, по-моему, не особо сильный. Кто? Плащ не особо сильный. У тебя же есть 32-й с этого, с солнцецвета. А хотя как у тебя он будет, если у тебя его позже был создан? Это, я даже плащ. Не знаю, что такое солнцецвет. Ахун! Плюс кондёр. О, слушай, бля, напала хотел такую штуку. Я очень... Блин, ДКшку так долго за ним ходил. Но его не было. Да нет, на самом деле, сейчас уже... Говори. Ну давай. И как напали, короче, иду, кондей практически всегда падает. Зато напала практически нихуя. А как на локи иду, шмотки на пало валятся, заебись. Ну ты когда собираешься на поле идти, иди лок, ну когда собираешься идти локом, иди пало. Нужно... Да, наебись. Ой, блядь. Севались от них. Бля, их ужас не пугает вообще. Вот это жуткие твари. В чем фишка? Нужно посчитать. Кондёр прикольный, но у него супер мало стада. Мне кажется, что, возможно, даже чешуйка лучше, чем кондёр. У него там большой. Чешуйка санится полная херня. Не-не-не, чешуйка судя. На дестрик. На дестрика, кстати, я думаю, что лучше с этого, с Везекса, я сравниваю. Это не важно, она апается за счет хосты. Ну я потом посчитаю, мне сейчас просто не хватает этого. Бля, слушайте, а вы подождете минуту? Я же, бля, поставил чайник полчаса назад. Мне нужно. Уже по пожарной едут, блядь. Да он электрический, не должен. Так.